Сегодня мы приготовим сыр камамбер во фритюре с помощью фритюрницы Витек ВТ-1539. Для этого нам потребуется 2 упаковки сыра камамбер по 125 грамм, 1 яйцо, 3 столовые ложки муки, 100 грамм панировочных сухарей, 3 чайные ложки клубники, перетертой с сахаром, и 1,6 литров растительного масла для фритюра. Сыр камамбер необходимо нарезать на 8 частей и убрать в морозильную камеру на 5-7 минут. За это время необходимо взбить яйцо. Достать камамбер из холодильника. Каждый кусок сыра камамбер необходимо обвалять в муке, затем обмакнуть в яйце, обвалять в сухарях. В емкость фритюрницы необходимо налить 1,6 литров масла, закрыть крышку, установить температуру нагрева 170 градусов Цельсия и включить фритюрницу. Кусочки сыра необходимо выложить в корзину. Когда индикатор погаснет, открыть крышку фритюрницы, погрузить в корзину внутрь чаши, закрыть крышку и готовить 6 минут. Затем необходимо установить корзину в позицию для стекания масла и выключить фритюрницу. Готовый сыр переложить на тарелку и подавать с клубникой, перетертой с сахаром. Камамбер во фритюре готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.